большая группа неизвестных. Там внизу Алькатала. Они прорвали периметр. Сажай на крышу. Нужно быстро добраться до эха. На них там толпа валит. Эхо 3-1, эвакуация провалена, упали на крышу. Понял. Что теперь, капитан? В подвале есть убежище. Иди туда, мы за тобой. Понял, выходим. Нужно добраться до убежища раньше Алькатала. А гражданский, сэр? Алькатале нужен волк. И нам тоже. Отлично, вы здесь. Через 5 минут они все закончат. Как я могу помочь? Найдите оружие. Заблокируйте двери. Вы же отряд для эвакуации. Мы не к вам. Вы откройте дверь. Запрете. Я Эхо 3-1. Волк под охраной в подвальном убежище. Внимание, митник снаружи. Желтая рубашка. Я его вижу. Они прорываются внутрь. Нужна новая точка эвакуации. Боже мой! Черт. Сэр, надо их атаковать. Отставить. Будут по эту сторону стекла, доберутся до волка раньше нас. Все ясно? Да, сэр. Отлично. Веди. Ты, открой быстро! Все назад! Нам нужен только волк! Можно обойтись без смертей! Где ключ-карта? У меня! А ты, капитан? Что, дашь им умереть? Папа, за мной! Папа! Вроде. Спаси ему жизнь, сержант! Пошли, сержант! Отдай волка! Милосердие, слабость! Подгоните машину! Эй! Мы его найдем. Будь уверен. 3-1. Противник на подходе. Как эвакуация? Здание заблокировано. Отсюда не выйти, капитан. Они пытаются вломиться сюда и убить всех. Мы нас спасать обязаны. Враг за углом! Обидите!
Идем в подвал, Кайл, веди. Заперто! Я открою. Понял. Предупреждаю, рядом с убежищем враги. Мы займемся. Один, мы здесь. Фара, все воюешь за правду? Да, капитан. Посол еще внутри, он в ловушке. Следи за ним, может, он нас выведет. Хадир, спасибо. Рад видеть, сэр. Амар Сулейман. Вы встречались? Тогда ты был на нашей стороне. Волк сражался за свободу? Как и сейчас, брат. Капитан, люди мясника приближаются к послу. Кайл, за камеры. Выведи посла в безопасное место. Задние двери откроем его ключ-картой, остальные за мной. Господин посол, слышите меня? Я запру дверь. Стейси, прячься! Посол! Не начни! Стойте! Стойте! Черт! Капитан, посол убит, но я могу вывести оттуда его помощника. Давай! Алло! Алло, вы меня слышите? Алло? Я сержант Кайл Геррик. Стейси Дэвидсон. Делайте, что я скажу, и мы сможем вас вывести. Возьмите ключ-карту посла и идите к двери. Все, ключ-карта у меня. Что теперь? Направо. В конце коридора есть тележка. Теперь двигайтесь к двери. Колонна. Боже мой! Боже мой! Где он? Где волк? Вот он, сраный мясник. Я не знаю! Сержант Эрик! Не ври мне! Волк здесь! Говори, где он? Я просто аналитик! Кто-то другой алло? Знает! Сержант Грик! У меня нет кого-то другого! У книжных полок есть тележка. Быстрей! Ты явился на другом конце. В твою страну! Это не твоя страна! Спрячьтесь у трупа! Не надо! Пожалуйста! Ты хочешь, чтобы я явился в твою страну? Внутрь. И захватил твоих земляков? Я не могу вам помочь. Это не твоя страна. Спрячьтесь у трупа. Нет, не надо. Пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я явился в твою страну и захватил твоих земляков? Что такое? Но я не могу вам помочь. По ту сторону стола. Марш! Тем хуже для тебя. Они его убивают. Внутрь. Боже мой. Идите к коридору. Вперед. Идите дальше по коридору. Бегом.
Боже мой. Адам! Нет, нет! Адам! Стейси, возьмите телефон. Стейси. Надо тебя вывести. Черт возьми, Стейси, оставьте его! Прости, Адам. Стейси, не кричите. Не двигайтесь. Я хочу домой. Я тоже. Мы вас выведем, Стейси. Уже скоро. Он ушел. Идите в кубикл. В следующий. Давайте. Идите в другой кубикл. В другой кубикл. Вперед! В следующий кубикл. Пошли. Черт, черт, черт! К стулу. Выход блокирует охранник. Вам придется его отвлечь. Что нужно делать? Вон к тому шредеру. Мне бежать? Теперь на ту сторону. Прижмитесь к стене. Иду. У стены большой принтер. Спрячьтесь там. Теперь включите его. Идите к шредеру. Спрячьтесь у тележки. Спрячьтесь за углом. Шредеру, быстрее. Выход блокирует охранник. Вам придется его отвлечь. Что нужно делать? Вон к тому шредеру. Теперь включите его. Теперь на ту сторону. Прижмитесь к стене. К выходу. Бегите. Назад. Охренеть. Охренеть. Выводи. Сержант, она у нас. Встречаемся на парковке. Вас понял, босс. Внимание всем! Посольство потеряно! Морпехи готовят точку сбора в резиденции посла! Говорит капитан Прайс, САС. Мы пробиваемся к вам. Вас понял, капитан. Мои морпехи за вами присмотрят. Эрик, мы уходим. Понял. Адир, следи за Суламаном. Капитан. Каков план?